Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем прохождение игры Рим 2 Total War. Закончили мы на том, что селевкидская армия, состоящая из трех полководцев-флотоводцев, пытается Баритоний у нас захватить, но мы пока стоим в обороне, здесь ничего пока делать не будем. В Азии у нас когти-гарпии. Когти-гарпии. Так, зачем вы пошли сюда? А, обороняться здесь. Не надо здесь обороняться, пойдем, надо Иконии захватить. Или Писинунд вернуться. Ладно, посмотрим, что сейчас сделает компьютер. Ты, дружище. Пока стой. Пополнишь армию. В Италии у нас что? В Италии у нас Рим взят, да? Ходов нету. Да, нет. Заканчиваем ход. Нет. У нас есть неизданный эдикт. Ровно три. Так, вот здесь нету эдикта, да? Нет. Да, нет, нет, да, да. Все, здесь сейчас эдикты сдадим. Давайте хлеба и зрелищ, черт с ним. В Элладе у нас тоже, да? Хлеба и зрелищ, эдикт стоит. Хлеба и зрелищ, а в Македонии... В Македонии у нас налоговые ставки, налоги урожая. Вот это я хочу поменять на поощрение филантропии. Нет, не филантропии. Стимуляцию торговли, да. Вот так поменяем. И теперь можно ход пропускать. 81 еда. Это все шикарно у нас. Смотрим, что же предпримут римская армия, селевкидская армия, саггартовская армия для обороны. Пока неизвестно. Да, и царские скифы у нас отвоевали Анфею. Сволочи такие. Надо бы их за это наказать. Блемеев сейчас, да, уничтожили. Как-то странно, вроде, блин, и пошли они, и сильные армии, и потерпели поражение от селевкидов. Ну да пес с ними. Стягивает войска в Иерусалим, в Александрию. Так, Блемеи, Миос, Гармос в блокаду взяли. Тоже молодцы. Ордеи. Что-то тут бегают туда-сюда. Могли бы и по пятой точке скифам надавать. Так, что же Блемеи предпримут? Блемеи. Ничего они не предпринули. Таран-таран-таран-таран. Нажимаю я сейчас паузу на завершение хода компьютера. Просто интересно, как же все-таки передвинутся враги. Возможно, вам тоже будет это интересно. Немножко здесь понервничаем. Подождем. Но, по-моему, все значимые уже походили. Вот только... Вот сагарты. Сагарты. Вот интересно, что предпримут. Бегают в Иерусалиме. А, вот сарды, да. Не сагарты, а сарды. Угу. На Писинунд они идут.
Ну да черт с ними. Мы сейчас туда вернемся. А Десос тоже, походу, будет сейчас взят скифами. Окей. Ну и наш ход, наконец-таки. Радос. Юноши приходят на смену старикам. Такова природа вещей. Зубы, клинки, ложь. Мятежники пускают в ход любое оружие. Пинк явно это не понравилось. У нас началась гражданская война, ребята. Фракция уничтожена, анарты. Возвращение Спарты, новое задание. Захватить это поселение Спарта. Видимо, Спарта теперь больше нам не принадлежит. Ну да ладно. Издан эдикт Македонии, издан эдикт Панонии, повышение ранга. Объявлена война бедуины анарты. Будины Глутоном. Пергам Вифинии. Строительство завершено. Новая способность у Афинадора. Отчет деятельности. Население несчастно. Небоевые потери. Новый начать. Подрывная деятельность. Попытка диверсии. Капитуляция неизбежна в Писенунте. Тайные агенты раскрыты. Новая фракция. Спартанская Геруссия. Ну вот эти самые граждане. Так, в Элладе теперь эдикта нету. Идет борьба за провинцию. Провинцию Телеком. Окей. Гражданская война. Легко увлечься борьбой с внешними врагами и упустить из виду домашние проблемы. Передел власти в вашей фракции привел к гражданской войне. Теперь брат пошел на брата. Это очень плохо. Ну, как плохо? Можно... Ух ты, ничего себе! Сколько тут... Мясо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 армий по 20 юнитов. Вы издеваетесь, что ли? Могли бы там, не знаю, там, 3. Хотя бы. Что делать, что делать? Гераклиды. Ну-ка сюда. Нанимайте-ка прощей. Периков, гоплитов тоже нанять. Вы, ребятки. Ага. Батл, да, именно так. Пойдемте накажем этих глашатаев Танатоса и потомки Перикила. Так, армия в гарнизоне. Ага. Все, в бой. Надо сардов уничтожить до конца. Вот когти гарпии, в принципе, своей армии ничего не помогут в гражданской войне. Они дальше будут по-прежнему воевать с Азией. А уже с юга коллегов Ксенофонта мы вынуждены их мобилизовать обратно в столицу, иначе быть не может, иначе мы там сейчас всю Элладу потеряем, да и Македонию в придачу. Что тут у них? Наемные лучники, конные, наемные лучники, пешие. Конница. У нас пращники. Ну и когти гарпии придут на помощь нам. Так, сухая погода, начать. Ready for orders. Готов к приказам. Откуда у нас? Вот отсюда, да, будет идти. Тогда вот так вот становимся.
начать битву. Двинулись они вперед. Мы сейчас чуть-чуть назад отойдем. Ты там что-то хотел сказать? И замолчал, да? Нам прибыло подкрепление. Ну так это ж хорошо, дружище. О чем речь? Когти гарпии. Царские спартанцы, молодцы, идут. Спартанцы. Так, один уйти. Быстренько встать в построение. Так, а вы кто такие? Ага. Вы сюда давайте. Почему у вас Мон как генерала стоит? Вот же наш генерал. И вот. Значка нет вроде как атаки. Наемные персидские лучники, скифские конные лучники, всадники-застрельщики. Окей. Все, молодцы, стали. Фаланга. Ага, фаланга гоплитов. Спартанские юноши никакие. Фаланга кикинеров. Так, отлично. Бегут. Так, прощи. Готовы встречать персидских лучников? Перестрелять их. Отлично. В зону поражения зашли. Погнали, пращники. Огонь по цели. Тарентийская конница. Лучники. Всадников-застрельщиков уничтожить. На нашего военачальника напали. Ну так это что, не начальник же. Наш военачальник погиб. Это бред какой-то. Какой военачальник может здесь погибнуть? Вы что? И быстренько построились фалангу. Наши ряды дрогнули. А, вот здесь, да, вот мой начальник где. Как тебя гарпи, а точнее в армии гарнизона убили. Отлично, отлично. Прощи, давайте, разбирайте остальных. Молодцы. Здесь разогнали тоже. Наши ряды дрогнули. А, вот здесь спартанских. Царь Эврибиант вроде как отъехал. Ну, жалко, конечно. Ладно, черт с ним.
наймем нового. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Кельтас, давайте всех убить тут. Так, кто здесь? Пикинеры, уверены? Убить их. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Не стоим, не стоим, бежим. Поле боя. Какой позор. Да не сцать. Всех убьют, прощи. Наши ряды дрогнули. Не-не-не-не-не, все нормально. Держать строй. Тарантиску гонится, пусть гоняет. Наши ряды дрогнули. Так, прощи, молодцы, расстреляли. Так, мечники в тарасках. Убить их. Да плевать на ваши щиты. Ой, так, победа. Все, отлично. Окончить бой. Хоть и тяжелая, но победа. 1000 мы потеряли, 1400 он. Ну, я думаю, что это все-таки победа отличная. Кир полководец был. Это армия в гарнизоне. Главное, что мы Песенут, во-первых, отстояли. Во-вторых, в принципе-то мы никого не потратили. Не потеряли ни одного отряда, в отличие от врага. А восстановиться это уже дело техники. На тебе по жбану получил. Доблестная смерть. Ну да, это Эврибиант, умер полководец. Отпускаем военнопленных. Кто у нас тут есть? Кандидат. Царские семейства и Леонант. Ты кто? Дальность перемещения на карте компании плюс 100, ничего себе. Все, я понял. А, мы так сейчас не посмотрим. Ну ладно. Кто ты такой? Боевой дух, общественный порядок. Ну ладно, отлично. Становись здесь, пока стой, восстанавливай армию. Надо нанять здесь граждан садников. А, мы не можем на ускоренном марше, потому что находимся. Окей. Итак, коллеги Ксенофонта. Вырубаем тапки. И нафиг отсюда. И нафиг отсюда, нам надо в Афины двигать. Вы, ребята, то же самое, по тапкам и в Афины. Ну а вы, так, ну ладно, черт с ним. Ярость Ареса, ты давай продолжай тотальные захваты со авторасчета. Неаполис мы возьмем, теперь у нас полностью Италия.
еще принадлежит нам. Возьми себе полководца. Ну, а тебе придется, опять же, тоже по тапкам. Военное ремесло. Ну, это наш воитель, да? Улучшил рвение. Плюс один авторитет. Давай авторитет тебе дадим. Пусть будет жмея. Жмея. Давай тогда тоже по тапкам. И домой. И домой в поле. Почему по берегу? Неужели так быстрее, если ты через море пошел бы? Так, время у нас неспокойно все. А почему мы тебе по тапкам дали? Не, стой-ка ты здесь. Вот. А, я вот тебе хотел дать по тапкам, точно. Давай-ка ты вот здесь вот. Ага. И потом сразу в Пеллу. Вот за два хода. В Аполлоне, да. За два хода ты уже доберешься. Угу. А, Ордея, хорошо. Издан эдикт, хлеба и зрелищ нам здесь нужен обязательно. Иначе тут сейчас опять какие-нибудь повстанческие войны будут. Так, а ты кто? Роща нимф строится. Ну это шикарно просто. А, тут перестроить в рыботорговца. Начнем с Аремина, мы потом потихонечку будем здесь перестраивать. Заканчиваем ход, у нас все походили. Равинцы под контролем. Мир чудес. Гора Везувий. Вы захватили это чудо. Ну-ка, поподробнее. Это вот это она, да, гора Везувий. Точно. Где она? Гора Везувий. Боевой дух всех отрядов. Доход от земледельческих построек и скота. Ну и да ладно. Поселение захвачено. Неаполис. Угу. Так, девочки. Соглядаты, да? Если тебе нажать контрразведку. Ага. Не надо, иди-ка ты, наверное, здесь вот разведывай. Нам не нужны. Скажем так, незваные гости. А, тебе надо заниматься гражданским делом. Здесь. Так, ты, если не ошибаюсь, занимаешься, да? Да, занимаешься. Все. Так, Талия. Ага. Сатера. Ага. Пассифия. Это тоже соглядатый. У нас 300 денег. Ага. Давай тогда. Сколько тут? Минус 10 идет. Контрразведку здесь. Бомби. А я не могу, допустим, из блокады убить. Или кто у нас? А, вот этот убил. Отмена, конечно же, мы не пойдем воевать. Я просто посмотрел, у нас вот эта вот армия ветра урана захватывает. Хорошо, заканчиваем ход. Фух, ну что там? Римско-спартанская. Сергузии, как это там называют. Да и Рим тоже, наверное, все-таки начинает подтягивать, возвращать свои войска. Арверны нам войну объявляют. Окей. Давай. Война так война. Вон нам на этой потом еще там с запада наваляют, если вы пойдете на нас, на восток. Вот она, кстати, армия. Так, СВБ. Ага. И прям с этого же хода, что у них есть тут? Ну, это у нас. Ага. Очень много лошадей. И мы... Это ж они на Афины, да, нападают, получается? Гераклиды где? Вот, Гераклиды с тремя конницами не успели прачника набрать. Ладно, как можно больше надо уничтожить нам.
этих псевдоспартанцев. Битва за Афины. Ничего себе. А сколько это получается там врагов? 2300, 2500, 2200. 7000. И здесь еще в районе 10000. Да, и у него есть дальнобойные орудия для уничтожения ворот и стен. Ну окей. У меня вопрос только, откуда он пойдет. Верный Елене ярость Ареса. Укус Василиска. И Гераклиды против Гераклидов воюются. Так, начать битву не надо. Идут они с вот отсюда, да? Да, отсюда. Окей, прощеньки. Держать строй. Царский спартан. Так, кто у нас здесь есть? Ага. Рики. Вы, ребятки. Стоим. Фаланги пикинеров. И прям не даем им пройти. Рики, пикинеры еще здесь тоже встаньте. Царские спартанцы. Пока так. Это кто? Перики гоплиты. Угу. Вы пока здесь. Конница, конница, конница. Мы будем байтить, если что. Но двумя отрядами. Один нам нужен здесь, если что, вдруг прорвут на оборону. Начинаем битву. А вы кто? Я про вас забыл, да? Ну ё-мо. А, ну это юноши спартанские. Ладно, бегом тогда сюда. К ним подходят свежие силы. Ну еще и да, понятно, что у нас с запада подходят. Но нам надо разбить сейчас по-быстрому вот эту армию. Давайте мы тут в тыл зайдем к ним. Так, у нас еще флот есть. Ёкарный баба, я про флот совсем забыл. Ну, давайте, высаживаемся здесь. Сюда. Нас теснят. Теснят, плевать. Пытается он... Ух ты, блин, ты что ломаешь тут? Стены ломает. Он стреляет, кстати, по прачникам, а не по воротам. Это хорошо. Начинаются подлагивания небольшие. Отойдем, чтобы стена не упала здесь. Вот сюда. Прощи, давайте, работайте, как только можете. Стена. Крепостная стена. Наши ряды дрогнули. А, здесь тоже нам бомбят. А кто это бомбит? А, илот и лучники, я понял. Черт бы вас побрал. Бегом сюда. Начинают жечь ворота, но это все фигня. Граждане-всадники. Мы там проиграем бой всадниками. Так, урон огнем ворота. Уничтожены. Сейчас они сгорят.
Вот еще там, конечно, понятное дело, нам с запада люлей намотают, где они в эти ворота, да, ломятся. Ну, пусть ломятся пока. Прачники, вы достаете, стреляете хоть? Да, стреляете, а вы то же самое. Благо, баллисты вроде все, отстрелялись. Не, он тащит их, но я не знаю. Стены пока стоят, держатся. Лучниками заходит вперед. Урон огнем. Ну, стен. А, вот урон ворот, там 67. Угу, отлично. Citizen Cavalry. Куда он баллисты ведет? Ну все, ворота тут. Того. Ворота уничтожены. Я в курсе. Так, здесь он пока не понимает, куда двигаться. Пусть он пока тут передвигается. Вы вот сюда бегом пробежитесь. Угу. О, маслицем, да-да-да-да-да. Ну, видимо, он более слабых юнитов пытается, ну, протащить сюда, а уже более сильными попытается войти обратно. Так, бегом сюда. Прощи. Стреляйте. Как хотите, но чтоб убили всех. Сейчас начнется мазута. На нашего военачальника напали. Да фигня все это. Держать оборону, спартанцы. Так, заходим в тылы. Лаги ужасные, конечно. Пока все хорошо. Вот пошла пехота на фаланге пикинеров. Да, ну тут такой пошаговый экшен. Missile Infantry. Бегом сюда. Царские спартанцы. Окей. О боже мой. Там лаги в воротах. Они хоть поливают их еще? Да, масло льется, это хорошо. Так, у нас есть боевой клич. Так, граждане-всадники побежали вроде как на нас. Хотя, черт его знает, может, они побежали. Разбить тут эту всю кучку армии. Я верю в своих солдат. Они сдержатся через вот это вот. О, какое мясо. Греческая баллиста. Копьеметатели. Простите меня за мой слабый компьютер, но придется смотреть так.
разбить всех их. Тут все равно ничего не понятно. Хотя бы пусть так. Если что, сейчас отведем. Копиметатели. Баллиста потеряна. Так, вот они начинают уже умирать. Отлично. Назад. Назад, назад, назад. Еще раз сейчас с чарджа пойдем, с натиска. Пусть мы уничтожим здесь всю армию. А мы должны уничтожить тут. Ближе, ну, свежие, свежие, свежие. Никому не надо. Вот, измотанные. Вам. Еще разочек сейчас по копьеметателям зайти. Правда, вот в эти ворота мы уже... Наши ряды дрогнули. Не успеем, по идее. Так, где наши? Вот они. Бегут. Очень медленно, конечно, передвигаются. Ворота жгут. Успеют. Так, что тут у нас прорвалось? Наши ряды дрогнули. Добей, добить. Они теперь просто пробегают. Спартанские гоплиты. Разбить их надо. Почему без фаланги? Так, все, отлично. Почему вы не стреляете, пращники? У вас еще патронов там тысяча. Спартанские гоплиты. Так, вы кто? Тоже убить их. Так, одну армию вроде как разбили. Осталось здесь. Уничтожены. Плохо. Здесь мы точно не продержимся, они войдут в город. Бегом, 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 бегом. Это, наверное, зря я нажал. Они тогда устают. Крепость щитов, прочность брони. Это нам не поможет. Стоим. Тут мы уже явно не сдержим. Так, кто тут остался? Убить их. Генерала этого. Уставшие. Измотанные. Вот вы. Свежие, все отлично. Убить, убить, убить. Так, ну тут армия сейчас умрет. За.
заходят спартанские гоплиты. Пошла битва титанов. Так, у нас захватывают. Вражеский военачальник убит. Это хорошо. Держать оборону здесь. Кого еще не выбрал? Так, ну вы там ставите, да? Да. Просто пробегает. Жуть какая. Добить. Брать фаланги. Бегом на защиту. Наши ряды дрогнули. Сколько ты убил? 250, 230, 136. Так, все, тут разбили. Точку победы. Да, такой тут пошаговый экшен. Но держимся. Так, все, здесь ворота взяли. Два отряда уничтожено. Ну, задачи справились. Мы целиком армию уничтожили. Да и пока еще сдаваться я не собираюсь. Враг захватил ворота. Пофиг вообще. Врачники, бегом. Точку победы забрать. Стреляйте, стреляйте. Вы же стреляете? Как-то вы... Да, стреляют. Отлично. Пошли фраги, да, в принципе, нормально. Уничтожен целый отряд. Угу. Это здесь где-то. Там еще он армия стоит. Не двигается. Это всадники пошли. Перекигоплиты. Ну, весь сумбур именно здесь. На точке победы. Уходим. Враг захватил точку победы. Мы ее отхватим. Подождите, кавалеристы, назад чуть-чуть. На эти пики вообще на царских не надо заходить. Пока разбрасываем их. Так, лучники сейчас вернут. Мы захватили точку победы. Отлично.
Афины пока не пали. Так, а тут можно, допустим, так вот побыстрее все это сделать. Но, по-моему, все равно нифига не получится. С такими лагами приходится играть. Это кто? Спартанские гоплиты. Давайте-ка мы их немножко покидаем. Где-нибудь лучше под башнями вот так разбирали бы. Так, ворота надо забрать. А, тут уже конница заходит. Отставить тогда. Дабл тайм. Ну вот что, он тут возле одной точки победы пытается ее защитить, ну а толку? Время-то на нас играет, дружище, ну давай, иди уже. Стоят. Не, вы что сюда-то пошли? Наши ряды дрогнули. Потому что идиоты, блин. Я понял. Назад. Строй. Ух ты, ёкарный бабай-то. Какая многочисленная все-таки армия. Убить этих царских спартанцев. Наши ряды дрогнули. Это ж вы, да, царские? Да. Стоять, бояться, деньги не прятать. Понятное дело, что они нас продают, но численность там гигантская. Но наша задача уничтожить как можно больше этих сволочей. Сп...
Спарта. Еще нормально, полководец еще работает. Наши ряды дрогнули. Давай, бомби их, чтоб они тут даже нифига не смогли. Ой, не, назад, назад, назад. Так, а где еще одна кавалерия? Ага. Жуть какая просто. Просто жуть какая-то. Семьдесят семь, 139. Кто ж всю армию остальную убил-то? Ну, конница, я понял. Так, тут копьеметатели кидают потихонечку. Engage. Работаем. Стараемся, работаем. Царские спартанцы должны там, я не знаю, просто как угодно их просто бить. Кто это? А, это моя штурмовка. Не-не, ворота зачем? За что? А чё ж я на стены их не посадил? Они там хреново все равно стреляют. Убивайте там всех, кого можете только. Бить, бить, бить. Конница здесь ляжет, конечно, против пикинеров. Но ничего страшного. Какие молодцы стоят еще. В защите. Отлично, кавалеристы, отлично. Продавить, продавить их. Не дать захватить. Молодцы. Молодцы.
Потрясены. Понятно, что потрясены. Спарта, работай. Так, коняшки назад. Ой-ой-ой, плохо. Ладно, хорошо, хоть не сюда идут. Наши ряды дрогнули. Фигня, война. Граждане всадники. Его куда побежали-то? Разбили отряд и все, и убежали. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Наши всадники, да, по идее, его, да. Бомбите, бомбите их, как можете, бомбите. Генерал, стой. Не так много убили, а как-то мне такое чувство, как будто я тут уже, не знаю, разбил 20 тысяч воинов. Наши ряды дрогнули. Уже убегают. Обошли тут со всех сторон моих спартанских царских. Колеблются. Убегайте, чё расколеблетесь. Кавалеристы уставшие. Активные. Ничья в ближнем бою. Жуть какая. Наши ряды дрогнули. Плохо, дядька. Плохо. Афины сейчас упадут. Ай, вот это вот плохо. Фу, слава богу, не идут. Генерал? Нет, генерал стоит. Бейте их. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Какая печалька. Бедный генерал, он там уже... Не знаю, не, ну всего лишь 200 убил. Он должен был там 5000 уже положить, стоя так. Бам-бам-бам-бам. Что творится? Все одинаковые. Сейчас и генерал погибнет. Целый отряд. Фигово, ё-моч. Алкимон. Вот они, царские спартанцы.
копьями закидываю назад. Наши остались без снаряжения. Да, блядь. Чё? Давай ты, ладно, уже. Я уже понимаю, что мы, конечно, проиграли. Еще с самого начала это знал, но нужно добить-то как можно больше народа. Копья тут летают. Никого не убивают. Кривые, что ли, такие? Так, прачники, все. В бой. Наши остались без снаряжения. В бой. Что теперь делать? Сколько тут копий просто прилетает им. Убили кого-то. Молодцы, молодцы. Спину. Еще пару копий. Наши ряды дрогнули. Все? А, нет, это лучники дрогнули. Стоят еще. Да, бой, конечно, очень долго длится. Но время-то идет немножко не так, как должно быть с такими-то лагами. 9 спартанские. Нет, не вы. Не вы. Наши ряды дрогнули. Вот вы. Все. Вот теперь, по-моему, точно все. Все нормально, все. Теперь уже точно все. Да. Но вам ничего не остается, как убегать тоже. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Завершить битву. Случайное поражение. Время боя 18 минут. Вранье. Я здесь сейчас минут 30, наверное, дрался. С таким примером. 9500 было, да. 3500 они потеряли. Причем целиком армию при штурме первых ворот. Но уже 3 оставшиеся армии подкрепления. Да, Пинки, да. Захватили западные ворота, прорвались и уничтожили нас. Ну, я думаю, мы отстояли неплохо при таком превосходстве врага. Потери одной армии силами 3 юнитов и полководца, можно сказать, она оправдывает средства. Да, Пинки, да, именно так все и было. Эмпидокл. Ну давай, загружайся уже. Это ж был, по идее, ход, да, ход противника. Так, ну вот, что тут получается у него. Осталось немного. 2 генералов я убил. 3 генералов я убил. Ну, 4-й там я пытался его добить, но не получилось. Ну, это хорошо. Минус 3 генерала, ему, в принципе, наверное, возглавлять армию неким будет. Вот, они начинают умирать без генерала. Начинается такой вот расход. По всей карте
Во, вот этих вот сейчас надо встретить. И вот этих тоже. Это ж сухопутные армии. И уничтожить их на море. Два отряда. Так, что это такое? Гарнизонный флот, армия в обороне. Это мы... А, ну да, это у нас... Тут одни застрельщики, да, по идее? Ну и флотоводец. Нет, не буду я тут сражаться. Опять тут будет бардак какой-нибудь. Хотя нет, я готов это сделать, но это мы сделаем уже в следующей серии, ребят. Я попытаюсь выстоять здесь. Возможно, у меня и получится это. Правда, соотношение не очень-то в мою сторону, но ничего страшного. Афины мы держали очень долго. На этом с вами попрощаюсь. Всем удачи, всем пока.